Взрыв и последовавший за ним пожар в одной из клиник на севере Тегерана стали причиной гибели по меньшей мере 19 человек. Об этом ранним утром в среду сообщило государственное телевидение Ирана. Агентство ИРНА, цитируя представителя управления пожарной охраны города, передает, что 15 погибших – это женщины. Другое агентство Мехр отмечает, что в клинике в момент инцидента находились несколько десятков человек. 20 из них удалось спасти. В качестве предварительной причины происшествия называют неполадки с кислородными баллонами, из которых произошла утечка. Это второй инцидент такого рода за последние несколько дней. Менее недели назад на другой окраине Тегерана произошел взрыв газа возле военного объекта.